Всем привет, канал Ирина Цветики. Сегодня смотрим орхидейки в магазине Росток. Это цветочный оптовый рынок. Как-то я пропустила. Ну, завоза не было, а вот этих цветочков не видела. Цинен Твинкл. 1000 рублей. 1050 рублей. Вот. Кустики хорошие, бульбы хорошие. Но вот какой-то там налет. Вот смотрите, букашки. В принципе, они смываются, еще не поражены особо ни листики, ни цветочки. Пахнут очень замечательно медом. 1150 рублей. Ну вот, каскад на дуге, что осталось. Я не знаю, это оценки или что. Честно, я тут давно не снимала. Ну, как-то я не попадаю на завозы, это же... Большой магазин, вот стекляшка, видите, по улице 40 лет Победы. Здесь в основном работают на оптовые. А сюда выставляют, ну, то, что осталось от заказа, что не взяли. Можно купить и в розницу. Просто покупатели заходят и берут. Ну, вот видно, да, это оценочки уже. Вот такие бабочки мини, я хочу сказать, ну, чуть больше сантиметра, наверное, полтора, может, сантиметра. Были пышные кустики, были очень дорогие, конечно, вот их много осталось. Девочки пострезали. Такой беглипчик, ой, уже... Ну, и тут было название «Аладдин» у меня, я покупала в другом магазине. Ну, Аладдин, мы знаем, еще есть беглип, еще другой. 2270 рублей. Но я думаю, уже есть скидка на него. Скидки бывают разные. 30% и 20%. Поэтому, если кто придет в магазин, вот видно бабочек. Это все они. Цветочки облетели. А вот такой желтый. Сколько он стоит? А, корней уже нет, к сожалению. Ну, нужно брать цветочек и идти на кассу или спрашивать продавца, и вам сделают скидку на такое. Похож вот на те, что я брала в прошлый раз. Ну, в другом магазине, естественно, на свежем завозе. Так, вот такая. Пестра. Орхидейка, я уже и не собираюсь даже название, даже предположение 2500. Потому что все пишут разные названия. Я начинаю за кем-то повторять, меня начинают поправлять. Кто-то пишет и пишет еще. И возникают вот такие мини-разборочки. Вообще неинтересно. Но вот такие мини-бабочки. Мне интересно, потому что у меня очень загруженные чаты, все страницы личных моих контактов. Постоянная переписка. 3100 рублей. Вот молния, очень дорого, да. Ну вот пока анцидимы выглядят и неплохо. Поэтому вот, ну не знаю, мне, например, тяжело, но я одна, у меня нет секретаря. Нет человека, который сидел бы, отвечал на комментарии. Вы видите, что я в последнее время даже на Ютубе не всегда отвечаю комментарии. Но стараюсь. Вот Леодора, я не знаю, тоже с оценкой, наверное, 1550 рублей пока стоит. Но, возможно, сделают скидку. Не успеваю просто вот физически. Ну, сейчас и лето. Много других забот, и жарко, тяжело, ливни, грозы, тоже на голову тяжело. Но возраст у меня уже хорошенький, вот, поэтому, ну, не успеваю я писать, поэтому вот лишние вот эти совсем мне не нужны. Очень большая переписка у меня и без этого. Ванды прекрасные. Правда, почему-то на них нет цен. А возможно, уже они идут со скидкой. Вот, по-моему, тут 3000 они были.
я как-то снимала. Ну, я не помню, эти или нет. Ну, вот эта красота такого красно-кирпичного с золотом цвет. Слегка повяли, наверное, это да, те. Ну, можно попросить скидку, я думаю. Корешки прекрасные, просто огромные. Посмотрите, их уже повыше подвесили. Кстати, вот так даже дома растут лучше всего. Я пробовала ванды и в банках, и в стекле. Вазы большие, и в банках, там и дырочки сверлила, что только какие только конструкции не делала. И в мхе, и в грунте мне советовали. Писали, что некоторые сажают в керамзит, кто-то в грунт сажает. А вот еще... Ой, Амстердам, по-моему. Ой, нет-нет. Опять выскочила из головы. Ну, вот мини-мультифлорка такая. Цветочек не мини, свой цветочек довольно крупный. Как-то меня просили, даже фотками забрасывали. Но потом написали спасибо, не надо, и замолчали. Ну, вот нашелся в ростке такой цветочек один. Ну, вот одна из радужных вот стоят там. Тоже радужных бывает очень много, и всякие разные оттенки, и чего-то больше, чего-то меньше. Очень трудно сейчас определить, какую вот. Раньше написали, напишут радуга, а ты знаешь какая. Сейчас этих радуг столько разновидностей, столько оттенков и нюансов каких-то, то на губе, то на листиках. Ну вот каждому понравится своя. Ну а мультифлорки вот неплохие, в принципе. Не знаю, как долго они здесь стоят. Даже бутоны есть. Ну, корешки закрыты бумажным стаканчиком. А так вроде ничего. Ну, при покупке я поднимаю, рассматриваю. А когда просто снимаю, ну, нет. Стараюсь не тормошить лишний раз цветочки. По максимуму щадяще снимаю. Ну, это и не понравилось бы продавцам, если бы. А вот смотрите, какая интересная, похожа на парфюмерку, даже там с претензией на кудрявость цветочка, листики нет, листики простые. Но я вам скажу, парфюмерки бывают и с едва, вот видно, едва заметный крак, бывает такое, да. Вот, видимо, хотели сделать бабочку, я так понимаю, несколько листиков похожи. И краб стал минимальный. Вот, вот, видно. Есть краб, есть. Бывает совсем. Только краба практически не видно. На парфюмерке пахнет хорошо, все нормально. Краб под микроскопом рассматривать надо. Вот еще полянка. Такой, ну, бледненькой радужки, скажем так. Не очень яркая. А вот мутация пескари, по-моему, полубабочка. С одной стороны, вот есть лепесточек такой с защипчиком, и на каждом цветочке так. Ну, интересно. Ну, хотя вот у меня есть бабочка, я купила ее, полубабочка вот такая. Ну, не такой расцвет, другого сорта. Я купила, думаю, а вдруг она расцветет бабочкой. Она цветет один раз простым цветочком, в следующий раз вот точно так же полубабочкой. То есть полностью все-таки не раскрываются. Ну, мутации разные бывают, а может быть и получится. Вот такая пестренькая, с белой губой, очень даже красивая, с двумя цветоносами, а корешков уже нет. Корешки пропали. Так, симпатичная. Ну, поскольку завода такого я не застала, не было, говорят девочки. Идет только на неделе. Какой беглипчик темный. Было время, искала я такой. Как-то был востребован. Спрашивали, тут вот что-то там поломано. Не знаю.
Не стала спрашивать цены. Обычно в этом магазине вывешивают цены, вывешивают объявления о скидках. В этот раз не было. Ну, поскольку я не покупала ничего здесь, я не стала спрашивать цены. В принципе, скидки есть. Вот предыдущий стол, а тут... скидки здесь хорошие бывают, поэтому приходите, просите, спрашивайте. Вот еще мультиплеты. Белая там. Парфюмерка нет. Вот губа интересная, беленькая. Ну, вот такое количество. В основном белые, розовые. Банда вот еще одна фиолетовая. Чудесно держит цветы. Хотя уже вот прирост корешков не виден. Вот еще такая красная. Красная красивая, конечно. Но не все красивые. Ну, пойдемте к выходу. Тут традиционно много суккулентов, другой зелени. Вот такое везут на рынок в больших количествах, орхидеи меньше намного. Всем спасибо за просмотр. Канал Ирина Цветики. Пока-пока. До свидания.